Всем здравствуйте, это вторая часть путешествия, прогулки по кладбищу Байковому. Я нахожусь на парковой аллее центральной, вот возле таких красивых памятников, склепов. Вот, так что присоединяйтесь, погуляем вместе в этом прекрасном парке. И вернемся в прошлое, посмотрим, как раньше хоронили знаменитостей, известных личностей. Присоединяйтесь, папа. Как-то темновато. Если честно, на старом кладбище более спокойно, чем на новом. Ну, новым его не назовешь, конечно же. Вот. Да, надо будет сюда прийти как-нибудь, когда уже будет... Когда уже не будет травы. Вон, ну, красивый чел с крестиком. Да, это цыганский, кстати, памятник. Там склепик, но его не видно. Сейчас, вот смотрите, как великолепно. Любимый. Вот так вот надо любить. Не только при жизни, но и посмертно. А, вот у нас и склепик. Как-то я его плохо помню. Давайте-ка мы заглянем на него. Или в него. Вот он спрятался здесь. Ага. Украду под семью замками. Вот вам водка, вот вам вино. Это какая-то приманка или что? Прикол. Вот так вот. Номер 26. Склепчика. Так он красивенько выглядит. Немножко отбили мужчине голову. Женщине оставили все на месте. Да. Так, вот такие красивые памятнички. Вон там один человек идет уже на выход. А я ж лезу, понимаете? А я ж лезу куда-то. Подзабыла немножко, где склепы. Вот большие яры такие, валы. Наверное, я, знаете, зайду. Ну ладно, еще чуть-чуть пройдусь. Ну, обычно здесь бомжи на кладбище лазят. Но говорят, что они мирные жители. Вот. Хотелось бы их вообще не встречать, но ни разу не было, чтобы я их не встретила. Так, где же наши польские друзья? Склепы. Вот такой я видела на Львовском кладбище. Вот четко, точно такой же памятник. Вот эти прекрасные персонажи. Как-то они очень понравились. Вот еще один прекрасный склепик. Заросший, кто-то уже выломал в нем. А, не выломал. Не обращала раньше внимания. Сюда, наверное, можно заглянуть, но я не стану. И кажется, я на верном пути. Это я про... Ой. А там уже открыто, смотрите. Про склепы, усыпальницы старые. Я там не была ни разу. Это чтобы туда попасть, надо как-то пролезть через вот такую щелочку. Я ж не буду лезть. Я же не буду лезть по могилам. Я буду лезть всеми способами и методами, дабы попасть туда. Там я еще ни разу не была. Между прочим, показываю. Вот реально раньше что-то там было не открыто. Там могут и жить местные жители. Как бы не вопрос. А, что я могла так залезть? Так, смотрим, что у нас там.
все, что осталось от этой красоты. Господи, что там шуршит, блядь? Мертвые или живые, не знаю. Вот все, что осталось. Кстати, тут пожар был, да, как мы видим. Так. Еще раз склепик. Здорово. А остальные склепы непонятно. Сейчас посмотрим. Замуровали. О, ступень. О, тихо, тихо, тихо. Ай, блядь, крапива. Сейчас, сейчас, сейчас. Одни могилы сплошь. Кругом одни могилы. Так, тут у нас замуровано. Но у нас там есть, смотрите, лестничка. Пойдемте посмотрим, что там. Реально первый раз. Оу, оу, оу. Оу. А там вот гробы. Блин, тяжелый телефон. Там вот гробы, по-моему. Да, часть, кусок гроба, да. Ладно, поднимаемся дальше. И мы выходим. И мы выходим. На выход. Ну, не на выход, конечно, а другим склепом. Ну и по традиции пройдемся мимо цыганского участка, где дорого-богато похоронены. Блин, а что я до этого таким форматом не снимала? Это же получше будет. Очень, очень странная женщина без головы. А вот наша матушка Патрина. Вот. Кулагин Георгий. Красиво, не правда ли? И вот Кулагина. И Кулагин. Тут, короче, семейство похоронено. Вот так. Еще частичка цыганского кладбища. Бабушка. Просто так и подписали. Бабушка. Так и надо. Любимая бабушка. Вот, собственно, ребят, мы вышли на парковую аллею, где можно прогуляться. Полюбоваться на знаменитости, на красивых личностей. Сейчас там вот так вот у нас машины ездят. То есть все цивильно. А это центральный вход. Вот так он выглядит. И тут почему-то одни готики гуляют. Реально. Ну, типа в черном, там черные губы, черная одежда. Не понимаю, почему. Смотрите, какая прекрасная. Прекрасная, что. Склеп святой. Прекрасный святой склеп. Пожалуй, мне по сторонам больше нравится. Реально. Слева, если идти от входа, здесь как-то понасыщеннее, как мне кажется. Блин, так, чтобы оно не дёргалось. И туда мы пойдем. Пойдем. Там еще несколько очень красивых старинных склепов. Рассмотрим. Вот. И будем уже возвращаться до дому. Тому что шо? Тому что кладовище закроется и потемнеет. Вот, вот именно, вот именно. Вот какие красивые люди. Жаль, видите, заросло травой. А ведь государство-то выдаются за это деньги. Тут выборочно кому-то. Вячеслав Черновил. Здрасте.
за кем-то ухаживает, а за кем-то не ухаживает. Иван Ле. Левицкий чешу. Как высечены лица, какие все морщины. Все четенько. Вот. Художники своего дела. Так, сзади у меня готики. И они очень громкие. Надо быстрее шагать. Туда и пойдем посмотрим, что там. Склепчик. Ой, смотрите, какая красивая женщина. И мужчина. Фамилия Юра. Юра. Просто из фильма какого-то. Вот такие вот большие памятнички. А вот и склепчик. Вот он мой родной. Я как чувствую. Ой, ветки попадали. Все попадало. Джиджула, здравствуй. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, делиться видео и писать комментарии. Обязательно. Обязательно. Море, море красивых людей, знаменитых, интересных личностей. А мы о них даже не узнаем никогда. Правда? Так, давайте сделаем вот так вот. И перейдем на вот этот, сука, склепчик. Смотрите, какой он охуенный. Кстати, тоже Городецкого. Так. А что на нем написано? Ну-ка, прочтите. Я усыпальниц. Май что-то там. В общем, нажмите на паузу, прочитайте и напишите, что же там написано. Пробрались теперь. Вот еще один склепчик. Помню, когда я первый раз это увидела, для меня это было очень удивительно, очень необычно, очень магически, мистически, красиво. Ну, сейчас уже более спокойно отношусь к этому. Ну, а вы, скорее всего, нет. Ну-ка посмотрим. Есть там что-то? Я не помню уже. Вот знаю вот этот склепчик, который зарос, его даже не видно. Ага. Да. Тоже что-то написано. Читайте сами. Да. Так мы его не увидим. Вот еще семейство, усыпальница Дятиловичей. Оу-е! Наконец-то здесь убрали мусорник. Он стоял. Тут и так дерево стоит, загораживает. Этот великолепный склеп, смотрите. У него архитектуры. Сейчас обратите внимание, какие разные архитектуры. И поотпадало. Что-то поотпадало, такого не было. Да, все со временем рушится. Оу, мы можем туда запихнуть невпихуемое. Давайте попробуем. Александра и Марии Тышевич. Тышевич. Так, как бы нам туда заглянуть? При этом с фонарем. Как лучше не придумала. Попробуем просто туда заглянуть. Пытка номер два. Не получилось, у меня свет не горит. Ай, не знаю. Шумом что-то видно или нет? Ой, там какой-то стул. Ну, в общем, что там в склепе внутри? Пока непонятно. Слушайте, а можно же сверху зайти? Ну, опять же, не буду пока что. И вот таких два красивеньких еще склепчика есть. Сейчас еще один пойдем. Мне все мало, понимаете? Что там у нас внутри? Что-то новенькое? Поменялось ли что-то или нет? Или все по-старенькому? Все по-старенькому. Здесь убрали. Раньше здесь было очень грязненько. Что-то там разворовано. Здесь поубирали, потому что это центральный склеп. Возле
Аллеи Славы. Много туристов, естественно, поубирали. А те склепы, где я вам показывала, смотрите во второй части. И в первой, то, конечно, жесть. Ну и вот эти богатые и знаменитые, известные люди кому-то, но не мне. Вот, короче, что-то. Крыло это, наверное, академик в очочках, чел. Прекрасно. Тоже какие-то люди знаменитые, но неважно. Вот церковь. А, вот еще склепик. Ну, тут мусорники не убрали. Вот куча красивых персонажей. Блин, как я обожаю красивых женщин. Смотрите, Барановская Анна. Но ведь это ли не красота? Шляпки. Просто небо. Вон Наталья Ужви. Кто бы вы не были свои, я не знаю, кто вы. Как бы этот склепик снять без мусорника. Вот он. Так, 1878, 1912, косыл, кстати, 78-й, 22 плюс 12, 24 года. А что случилось? Косоногов, а тут три косоноговых, академик, ну, бывает. Бывает, такой тоже склеп уже православный, по-моему. Каштанчики, а мы идем туда. Если мне память не изменяет, то там склеп в готическом стиле. Возможно, тоже построен городецким. Но сейчас уже набитым глазом посмотрю, скажу. Вот. Конечно, это Байковое кладбище. Я уже знаю, как два пальца. Но и даже сегодня я нашла места, где не была. А вон я вижу уже несколько склепов. Есть. То есть каждый раз, как ты заходишь на кладбище, тебе появляется что-то новое. Особенно звуки всякие. Непонятные звуки. Птички, елочки, шишки. Ну вот же, что мой родивенький, пришлось обойти. Ой, смотрите, какая красивая женщина, современная. Смотрите. Все, нет уже и женщины. Тун-тун-тун-тун-тун. Блин, как он постарел, этот склеп. Вы не представляете даже. Он был намного красивее. Вверху видите, какие купола? Купола, купола, купола. Ладно, пойдемте с фасадной стороны. Я в него, конечно, не пропихну, а может и пропихну. О, боже, я про те склепы даже забыла. Представляете? Вот же еще склепики. Господи. Вот. Вот так вот он выглядит. С фасадной стороны. Конечно, туда можно камеру запихнуть, но не хочу. Так. Тут я не прогуливалась. Я прогуливалась вон там снизу. Видите, склепы есть очередные, про которые я забыла. Вот так виднее. Вот так виднее. А вот, но не об этом. Мы пройдемся. Тут есть еще один готический склеп. Нет, это не городецкий построил. Не... О, интересно, я пролезу к нему или нет. Вон он вдалеке. Где? Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Большие деревья. А вот, смотрите, вышка склепа. Ну, крыша. А вот тоже кусочек остался. И вон тоже. Все. Это значит, я под склепом нахожу, да? Вон вдалеке
виднеется склеп. Сейчас мы к нему подойдем. Я в тупике. Ого, какая высокая что-то. В тупике, в смысле, как бы хаотично, конечно, построен. Это старинные памятнички. А кладбище хоронили всех в хаотичном порядке. Это что-то польское? Нет. Это что тут написано? Еврит, может быть? Ну-ка, кто знает? Или это старое? Русский, украинский. Что тут написано? Напишите. Смотрите, какая высокая штука. Ладно, пошли дальше. А вот мы приближаемся. Ой, к этому склепу. Вот это? Нет, это Советский Союз. Это не городецкий. Единственное, что... Может быть, просто кирпичом обложили? Да нет, это, наверное, советский склеп. Не знаю, может быть, на нем написано. Сейчас посмотрим. Ну вот, смотрите, еще один какой. Ай, блядь, крапива. Памятник. Ляшкевич, Ольга и Василий. Реально, ребята, ну у вас большой памятник. Вы выделяетесь. Вот, ай. Ай. Так, пойдем посмотрим, что там внутри. А там внутри, я вам скажу, очень интересно. Я когда была первый раз, я очень боялась туда зайти. Я прям писала. Да, были времена, но они прошли. Поэтому включаем фонарь и сдуем. Колонны, как вы видите. И заходим. Что мы тут видим? Надписи. О, вот этот крест его Иисуса Христа. Во-первых, он был с головой. Голову отбили. Ну, любители. Не знаю чего. Готики. Думают, что что-то поменяется, что ли. В их жизни. Нихуя. И вот он так. Очень высокий. Представляете, как церковь, наверное. Зачем так делали, непонятно. Ну и посмотрим, какой год, попробуем. Вон какой-то памятничек. И мы, конечно же, ничего не увидим, кроме оставшейся архитектуры. Жаль. Посмотрите на китсюнечку. Маленький кошоночек. И сидит он возле какой-то девочки. Савченко Анны. Савченко Анна. Китсюнечка ты. Ты охраняешь свою хозяйку или ты и есть хозяйка? А как вам парень? Санчес Мартин Анжелита. В 82-м году умер. Ага. Прикольно. Такой стиляжный. Смотрите, такая красивая балерина. Балеринушка. Наверное, Каминская Лидия. Наверное, была очень популярная. Зачем такие большие памятники делать? Он что, в стене закопан? Или что с ним не так? Ладно, мы все продолжаем. Путь по парковой центральной аллее. Всякие тут людишки. Ну, тут уже более современные пошли персонажи. Боже, я что-то подзабыла, что только нужно ходить. Честное слово. Гаврилова, а?